сегодня у нас уже вторник. Последние дни я мало снимала, потому что воскресенье какое-то у меня самочувствие было неважное, не знаю, в общем, как это обессиленность на меня напала. Вот. Каждый сходит с ума по-своему, да? А тут охотятся с водным пистолетом. Вот. Вчера, в общем, просто было некогда. Вчера бабушка приезжала. Я занималась тем, что ездила в школу. Пришлось два раза ездить, списывать. Дочь в 10 класс. Вот. Сейчас иду собирать ягодки. Хочу сварить варенье. Вот. Еще потом покажу, что мы тут поделали. Архип, воды налей. Вот. У нас жара. Ну, по крайней мере, не 40 градусов, слава богу. Вот. Ну, тоже прилично. Архип, надо в ванну воды набрать. Вот, мне надо... Она спадает. Ну, так там хомутик надо. Это, мама, еще, короче, я налил, у меня я руку обжег водой. Сегодня вода, набирай попасть? Воду. Не надо, ты засоришь опять. Я же тебе сказала чистую набирать. Можно сегодня купаться будет. Я тебе сказала, набери ванну воды. И сейчас я соберу ягоды и будешь сдавать мне таблицу. Так, ну в общем, приступаем к сбору. У нас тут, конечно, уже не так много, но ну, зато они вон какие красные все. Я люблю, чтобы были ярко-красные. Вот здесь вчера мы пропололи. Хотела дойти до малины, но увидела, что у меня все грядки в жутком состоянии из-за укропа. Я его весь повыдергивала. Остался только кустистый. И вот эти вот две. Тут еще где-то зелень посажена должна быть. Надо где-то тут поливать, сказано. Ну ладно. Вяленая какая-то. Вот эти вот, они были подмороженные, поэтому у нас вот такие вот они получились не очень. Когда морозы были в мае или в июне. Вот. И их прихватило. Цветочки у некоторых были желтенькие, вот эти вот серединки. А у некоторых были черные. Скорее всего, вот это вот они. Думала вообще, что эти с черными не будут, не получится ягод, но все-таки получились. Ну вот такие вот мелкие, хотя это хороший сорт. Вот у меня тут и Виктория, и малина. Малину только начала. Вот. Так, что я хотела показать. В общем, я вчера вот такую полку сделала. Свою старую я убрала. Теперь у меня вот такая полочка. Ее буду красить. Вот эти две полочки буду красить. У меня здесь есть такая штучка, которую я сделала. Бортики такие. Крылечко тоже будет краситься. Но не знаю, я как мы будем по нему ходить, когда оно покрашено будет. Надо, в общем, что-то придумать. Вот так вот. Ну, что еще? Огурчики у нас там. Ой, огурчики. Скоро будут огурчики у нас. Это у нас Архип разделывал, чтобы мы сделать дуги. Но не смог сделать, короче, бросить. Вот. Вот кое-какие мама поставила. Подвязывать огурчики.
скоро будем есть, я думаю, уже через несколько дней. Так что все очень даже хорошо. А это Рекс раскидал, опять отцепился. Раскидал, надо это все убрать. Вкусно? Кушай, там много малины. Короче, готовлю шашлыки. Ты будешь на карусельке кататься? Первый раз делаю это сама. Пошли туда. Еле-еле разожгла. Там. Архив за маленьким сидит. Пока я тут, в общем, угли у меня, наверное, уже готовы, поэтому сейчас буду быстро делать все. Укладывать и жарить. Сама вообще ни разу не делала. От А до Б. Только вот мясо если только делала. Так что посмотрим, что получится у меня. Я еще тут кулинар-то шашлыков нет. Правда, не войдет у меня. Куда нос суем? Умники. Много у меня таких желающих. Один кусочек не входит. Очень жаль. Его не запихать, а то он может не прожариться. Он таким сочным, что он поменять на другой. Готово. Посмотрим, что получится. Но если уж на крайний случай не получится, никогда не поздно запихать в духовку. Посадим на табуреточки. На самом деле, да? Покоролим шашлычки. Главное, чтобы получились. Потому что очень хочу шашлыков. Очень редко Саша делала, очень редко. Это, наверное, было на день рождения. Мое день рождения у меня 17 декабря. И потом делали мы 9 мая. Все. Халу еще надо, она, наверное, закрыта в сарайке. Пойду поищу что-нибудь. Ну, пока они у меня жарятся, сейчас вам покажу. Довела я до ума свой угол. Вот этот. Тут в мешке у меня сложены самые мелкие дровишки, которые их некуда девать. Вот эти досочки мне нужны. Они будут здесь из этого. Вот я хочу сделать лавочку где-нибудь дома, чтобы сидеть во дворе. Вот. Тут напилены складываются. Вот это нужно все распиливать. А вот это железо сдавать. Вот так вот. В общем, здесь мне надо еще убрать траву. И все. И будет аккуратно все. Во всех углах. Останется только вон там дальняя сарайка, где я держала кур хромых. Там только не прибрано. Вот. Ой, блин. Здесь у меня все жарится, готовится. Думаю, скоро будет уже готово. Сейчас будем проверять. Готово, я думаю, уже. Что, мама?
Сейчас мама проверит. Да. Так, с этой стороны у нас точно не было. Что у нас с этой стороны? С этой стороны. Тем более. Тем более. На, даже пережарим. Мама. А? Мама. Только мама. Полила мама шкурку? Да? Мама. Я. Вкусно. Я. Сейчас будем Архи позвать и кушать. Так что все готово. Ура. Вообще мы тут кушаем. Ходили уже в душ. И кушаем нашу курочку. Такая вот она у нас получилась. Соус у нас брусничный. Мой любимый вот такой вот. Мама, мама. Да. Я еще мама. Да, и с молочком, в общем. Всем приятного аппетита, кто кушает с нами.